Друзья мои дорогие, всем привет! Давайте сегодня поговорим про самокопание, проблему, знакомую очень многим. Это очень часто стандартная история для невротиков, в принципе, для людей очень таких ответственных, людей, любящих систему, любящих, чтобы все конкретно было, людей, требовательных к себе, перфекционистов. Но, конечно же, это еще история людей, у которых там есть определенные проблемы с самооценкой, кто на протяжении продолжительного периода чувствует неудовлетворенность своей жизнью. То есть там, на самом деле, ноги-то из очень разных мест могут расти у этого явления. Ну что значит самокопание? Это когда вместо того, чтобы как-то себя похвалить за что-то хорошее, порадоваться какому-то приятному моменту, как-то где-то там сказать себе «а, да ладно» и прочее, человек начинает долгий мысленный саморазбор, нередко в этом застревает. Ну, типичное самокопание, в чем оно проявляется? Человек живет больше прошлым, а не настоящим. То есть весь ваш вот этот вот мыслительный фонд, эта мыслительная жвачка, руминация, она в прошлом, в каких-то прошлых ситуациях, недавних или в давнишних. И вы вот, а вот здесь я неправильно, а вот если бы я здесь так поступил, то было бы иначе и прочее. Что еще? Человек, ну прям вот избыточный анализ своих поступков, реакций, мыслей проводит. И, конечно же, этот избыточный анализ, он, ну, уже неэффективный. Это уже анализ на анализ, и человек только еще больше от этого запутывается. Уже пользы нет от этого никакого. Что еще? Человек при самокопании свои минусы выдвигает на переднее место, эти минусы как-то обсасывает, горюет по поводу них, корит себя, а какие-то свои положительные стороны, положительные составляющие ситуации, просто там свои какие-то достоинства, это все не замечает, это все обесценивает, это все куда-то задвигается. В принципе, самокопание в том числе это зацикленность на негативных эпизодах. Вы постоянно топчетесь вокруг этого эпизода, вы собой недовольны, да, вы себя там каким-то образом грызете. Очень разные причины вот этого самокопания. Это и врожденные особенности характера. Как я уже сказала выше, это вот невротичность, мнительность, тревожность, гиперответственность. Конечно, сказываются пережитые травмы, непроработанные, и какие-то там сильные негативные ситуации, оказавшие на вас травмирующий эффект. То есть вы невольно, например, там при каждой неудаче или при там проблемах в какой-то сфере, вы невольно проваливаетесь вот в эту травму, и вы, да, каким-то образом там проживаете какую-то свою жизнь, не совсем реальную. Бывает, что и окружение вас подначивает на самокопание. У вас, например, токсичное окружение, окружение, которое вас задавливает, окружение, которому невыгодно, чтобы вы счастливы, довольны собой, свободны были. То есть вы в ведре с крабами, и как только вы начинаете карабкаться по стенке этого ведра, окружение вас раз за клешню вниз. Это тоже очень нередко является причиной вот этого самокопания. Вам сразу говорят: ну ты же никто, ты ничего не умеешь, посмотри, как все плохо. Нет, посмотри. Ну вы и смотрите, как, например, да, человек очень там чувствительный, или там как человек может быть внушаемый. Что еще? Самокопание – это не безобидная вещь, и особенно если это происходит часто в вашей жизни. Нельзя просто так сказать: а, да ладно, вот такая есть у меня особенность характера. Если это запускать, то это действительно очень серьезный ущерб наносит и вашей личности, и вашему качеству жизни. Потому что идет слив ресурсов в никуда. Идет просто выгорание. И выгорание не потому, что вы, например, там над каким-то проектом работали, что-то добились, а потому что вы вот так вот сами себя грызли. Что еще? Человек, который часто занимается самокопанием, он живет в пессимизме, он постоянно поддерживает негативный тон. Там, где негативный тон, негативный фон, естественно,
там будет все плохо, там хорошего-то и априори произойти не может. Еще, конечно же, еще больше задавливается самооценка. Если вы изо дня в день сами с собой, пусть мысленно обсуждаете, как вы там не умеете говорить с людьми, какой вы глупый, какой вы неудачник, как вы смешно выглядите там в глазах других людей и прочее, и прочее. Ну, естественно, все это еще больше цементирует вашу самооценку, которая уже там на уровне, наверное, ниже плинтуса. Что еще? Таким поведением человек сам себя демотивирует. То есть потом вы не удивляетесь, что после постоянного самокопания, а почему это у вас сил нет? А почему это вам там, да, ничего не хочется, вы не верите, вы все обесцениваете? А потому что вы себя демотивировали. Вы себе уже неоднократно объяснили в ходе этого самокопания, что вы никто, ничто и ничего не сможете сделать. Ну, естественно, это отражается на всем том, что вы делаете и не делаете. Что еще? Нет развития какого-то в жизни, нет новых результатов, все только хуже. Потому что у вас нет ресурсов, вы на это сливаете, то, что вы не делаете ничего нового, вы в себя не верите, то есть вы сами себя загоняете в определенный тупик. Что поможет с этим самокопанием бороться, как вот это все преодолеть? Ну, конечно же, стоит признать это как проблему. Признать это как проблему и просто себе уже как поставить один из приоритетов, как минимум по саморазвитию, что я с этой проблемой начинаю работать. Я не хочу, чтобы всегда в моей жизни было так. Очень важно отслеживать свои мысли. Не думать так, что мои мысли мной управляют и прочее. Нет, это вы управляете своими мыслями. Берите их под контроль, как-то старайтесь наблюдать за ними со стороны, обозначать себе, ага, вот опять эта мысль пришла. Растождествляйтесь со своими мыслями. Я не равно моя мысль. Я это больше, чем моя мысль. Вот мысль моя идет, а вот я как личность. Никак меня еще не характеризует эта мысль. Что еще? Важно ставить себе какие-то четкие предметные цели в рамках каких-то сфер. Да, например, у вас часто начинается какое-то самокопание касательно темы отношений, к примеру. Или у вас начинается самокопание относительно того, что вы не умеете общаться с людьми и прочее. Ну, конечно же, вы не должны сразу от себя требовать все-все-все. Но вы должны вот в какой-то этой для вас проблемной сфере, зоне наметить то, куда вы действительно можете двигаться и расти. Пока вы в этой сфере движетесь, растете, вы стараетесь по другим сферам к себе не придираться. Еще очень важно анализировать не свою личность в целом, а само действие. Допустим, произошло что-то, да, и вы там начинаете: я плохой, я дурак. Это вот главная ошибка самокопания, это деструктивная критика. Критика, которая только вас подгнобливает, никакой она полезности вам не дает. То есть, да, и вы это совершили, и все ваши беды от того, что вы такой плохой и слабый, и прочее, прочее. Это не конструктивный путь. Конструктивный путь — это когда вы себя как личность не трогаете, там, я себя как личность принимаю, знаю, там, все у меня нормально. Но была вот такая ситуация, здесь я ответил слишком поздно. Окей, я отвечу раньше. Или здесь я не дал отпор. Так, хорошо, какие варианты есть, как я могу дать отпор в этой ситуации? Первое, второе. Хорошо, если когда-то у меня это произойдет, я вот так себя поведу. Вот она, конструктивная аналитика именно на действие, без какого-либо перехода на личности. Ну, позитивный приемчик зато. Это когда вы просто себя маленько в позитивный фон переводите, напоминайте себе о плюсах и о положительных сторонах того, что происходит. Следите за вербаликой, не надо себя мысленно называть негативными словами, не надо себе никакие эпитеты призваивать. То есть, ну, как минимум уж нейтрально говорите, но лучше добрыми какими-то положительными словами. Очень важно заменять самокопание рефлексией. Самокопание — это разрушение, вы просто, да, сами себе еще больше негатива создаете. А рефлексия — это здоровый анализ. То есть разобрали ситуацию, поняли ошибку, приняли решение, как себя больше не вести в подобной ситуации. Тему закрыли. Все, вы урок прошли, вы отработали, вы все поняли, закрепили, идете дальше.
Что еще? Альтернативное мнение. Очень важно, когда вот все равно вас эти вот мысли накрывают, с собой поиграть в игру. А какое есть альтернативное мнение на мой вот этот негативный взгляд на эту ситуацию? А как бы разными глазами другие люди посмотрели на эту ситуацию? Просто покажите себе, что есть некая такая многовариантность. И, конечно же, нужно перефокусироваться на здесь и сейчас. Больше увлекаться в настоящий момент, жить этим моментом, находить способы отвлечься, находить способы, на чем сконцентрироваться. В общем, работайте над своим самокопанием, не запускайте. Эта тема достаточно такая неприятная и с нехорошими последствиями. Друзья мои, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, буду рада видеть вас на своих онлайн-консультациях. Мои контакты внизу под видео. Делитесь в комментариях под этим видео вашими историями, вашими примерами. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!